Всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Мира. И сегодня я решил продолжить рубрику артов, которая, совсем недавно зародилась на моем канале. Потому что я увидел, что она вам понравилась. Вы стали кидать свои арты в огромном количестве. Ну и также, кстати, я решил все-таки записывать на свой обычный микрофон, потому что многие жаловались, что звук с телефона не очень хороший. Ну, я послушал, там тоже есть свои, скажем, какие-то помехи. Так что, в таком случае, мне кажется, с микрофона звук будет лучше, и почему бы и не использовать его в таком случае. Начнем. Кстати, в прошлой серии я просил вас оставить, написать в комментариях, сколько раз я сказал спасибо. И, в общем, вот два человека, которые сказали правильное число. Молодцы. Мы начинаем смотреть ваши арты. Так, для начала. Первый арт, который я увидел, это арт Диксон Гая. Выглядит довольно прикольно. Кстати, он сделал его даже, если не ошибаюсь, в 4D студии. И вот как видите, да, очень круто получается. Прикольно, молодец. Мне кажется, у тебя реально талант рисовать в пейнтах и 4D студиях. Так, мы переходим дальше. Это арт от 1Gamer. А 1, как видите, умеет рисовать. Это я. Очень красиво получилось, прям правдоподобно. Срисовано с моей аватарки ВКонтакте и Инстаграме, ну и также на блоге. Я, кстати, ее постоянно использую, потому что она мне нравится. Ну и, в общем, получилось очень-очень красиво. Следующий артик — это от Apple Hello и, видимо, его братюни. Видимо, сделано в MineMatter, как я вижу. Тут такая качественная проработка, особенно на глазах у правого человека. Реально видно, что поработано нормально. Ну, тут в остальном, как мы видим, чисто обычные классические скины. И в этом тоже есть свои прелести. Да, мне арт понравился. Следующее, что могу видеть, это Азуры Минес. Ну, как обычно, она постоянно радует меня своими артами. Мапляксы, лол, всегда самый лучший. Майнтайм, хэштег. Тут всякие разные надписи. И это, как мы видим, я. Ну, правда, не похоже, но арт очень-очень красивый. И спасибо тебе, Азура, за такой шедевр. Перейдем дальше. Это арт от Femi Music, моего старого фаната, который недавно объявился и, кстати, решил продолжить снимать видосы. Я, возможно, оставлю его в описании, вы можете посмотреть на его канал. Он там делает разные песни, переводы и подобный контент, связанный с музыкой. В общем, как мы видим, это нарисовано вообще в стиле, не знаю, аниме, может быть, возможно. И получилось, довольно прикольно, красиво. Мне нравится такой стиль, несмотря на то, что не любитель аниме. Но ты молодец. Респект. Следующий арт построен пиксель-артом в Майнкрафте, используя различные блоки руды и драгоценных металлов. Арт от Fera Crazy. В общем, мне кажется, тут получилось довольно красивое сочетание блоков, драгоценных металлов и также камней. И вообще мне нравится все это дело. Но, конечно, Fera Crazy задний фон может быть еще покруче сделать. И ты будешь прям про пиксель-артер в Майнкрафте. Мне уже нравится твой первый пиксель-арт, который ты скинул мне. И ты молодец. Удачи тебе, бро, в этом деле. Следующий арт от Ланиме. Да, тут, конечно, немного размыто, но все равно видно, что очень красиво. Типа какая-то девочка смотрит Мир и Мира. Ну, типа там все видео, и именно Мир и Мира она и смотрит. Смотрю арт, креатор Ланиме. Да, спасибо. Арт очень прекрасный, красивый и также поддерживающий мой канал. Благодарю. Дальше опять-таки от Ланиме. Аниме это... Ну, в общем, я не могу прочитать эти надписи, я не знаю, может это... какие-то неологизмы, которые я не знаю. Но сам арт мне очень нравится. Сделан правдоподобно, срисован с моего обычного классического скина работника Mojang. Если вы знаете, это был мой самый первый скин, с которым я вначале ходил. Хотя вообще в самых началах моего канала я использовал скин Нубика. Если кто, конечно, был настолько old, что помнит это. Я бы хотел почитать ваши комментарии насчет тех ностальгических времен. Дальше, следующий арт — это от Megales Cat.
Как мы видим, тут арт, я даже не знаю, в каком программе он сделан, но это и не важно, потому что посмотрите, какая детальная проработка, как же это пиксель, в каждый пиксель вложен кусочек любви. Реально, мне нравится этот арт, очень красиво выполнен, как вы видите. Тут сзади написано «Мира мира», и я держу два алмазных меча. Очень красиво и правдоподобно выполнен, прям срисован с моего классического скина. Да, красиво. Тут даже есть 4 вариации данного арта. Ну, в общем, спасибо тебе. Твои арты просто шедевр. Дальше. Дальше нет. Оказывается, на сегодня, ребята, хватит артов. Это был последний арт. Спасибо вам за ваш просмотр, за то, что вы были со мной. Пишите, как вам вообще эта идея, хотите ли вы продолжение. Если да, то всего-то вам надо будет кинуть мне парочку артов и поставить свой лайк. И, конечно же, рубрика не умрет. Спасибо за внимание, спасибо вам огромное за ваши красивые арты. И всем пока. Кстати, да, ребята, я забыл сказать, что все данные арты вы сможете найти в моей группе ВКонтакте, которая останется в описании. И всем пока.